Я чувствую огромную благодарность за создание этого плода. И чувствую огромное счастье и вдохновение, встречаясь с каждой его составляющей. Волшебные бутоны, песня — это исток. Первый раз встретившись с ним, песня подарила смысл жизни. Песня рассказала так просто о законах жизни, о жизни в свете, о жизни в счастье, задала определенную направленность. Встреча с этой песней каждый раз несет новое обновление, обновление чувств, дарит вдохновение. Вот так вот идти. Песня «Волшебные бутоны» с видеотекстом уточняет и дополняет то, что было рассказано в тексте. Благодаря шрифту, благодаря разным буквам, понимаешь, насколько многогранна жизнь. Вот. Особая благодарность за открытку «Волшебные бутоны». Это как такой маяк, с которым можно встречаться, что счастливая жизнь, возможно, только устремляя в свете, только в моих шагах к самому лучшему в себе. Она стоит у меня на рабочем столе и помогает сверять. Каждый шаг, может быть, каждое чувство свое, когда мой взгляд туда направляется. Особый восторг от аккомпанемента песни «Волшебные бутоны». Здесь, как на языке музыки, рассказано о том, как прекрасна жизнь. Не просто рассказано, а прям дарится чувство для того, чтобы прямо сейчас, прямо в эту минуту в моей душе что-то новое выросло, что-то светлое. И прямо сейчас дарит вот эту энергию обновления и роста. Вот. А текст песни «Волшебные бутоны». Я очень люблю книжки. Конечно, очень приятно книги держать, вот такую вот книгу на первой страничке «Солнечный лебедь», с которым прямо вместе можно отправиться в эти сказочные выси. Такая мини-пропись, где с любой странички, с любой строчки, прикасаясь к смыслу, к мудрости, вот, получаешь источник вдохновения. Спасибо большое.